Итак, добрый день. По многочисленным просьбам хочу записать вот такое видео про то, как я смог активировать ЭКГ на территории Российской Федерации на Apple Watch 5-го поколения. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что я вам продемонстрирую, что такая функция есть. Заходим вот в этот значок. И вот, пожалуйста, такая вот анимация красивая. И предлагают удержать палец. Держу. На протяжении 30 секунд будет происходить анализ. Вот такая, такой график идет у нас. Все. Одновременно пришло уведомление на телефон, доступен отчет об ЭКГ. Дальше у нас прокручиваем вниз. Готово. Уходим. Ну и, конечно же, всех интересует, как я смог добиться, чтобы у меня эта функция работала на территории Российской Федерации. А делается это вот как. Заходим в основные. Спускаемся вниз. Язык и регион. И вот здесь выставляем регион. Ну, например, Турция. Если мы здесь выставим Турцию, то часы и телефон у нас начнут, соответственно, обновляться с учетом заданных данных. Я это сделал. Затем я вышел из этого режима. Дождался, пока часы и телефон обновятся. И у меня заработал, соответственно, на часах этот режим. Затем я вернулся опять в настройки, перешел в основные, язык, регион, вернулся в Россию, вышел, зашел в часы, и у меня эта функция осталась по-прежнему работать. Поэтому вот такой всем лайфхак, чтобы Apple Watch мог, соответственно, у вас делать режим ЭКГ. Недавно вышла 14-я версия iOS, и всех очень беспокоила вот эта вот информация по поводу того, что не собьет ли вот это вот обновление установку, которую я сейчас имею в данный момент. Обновился, вот, пожалуйста, сейчас вам продемонстрирую, что у меня установлена последняя версия. Пожалуйста, установлена новейшая программа обеспечения iOS 14. И у меня сейчас только все работало. Я вам сейчас это показывал. Затем мы с вами заходим в приложение здоровья, сердце, ЭКГ и последний. Вот, пожалуйста, у нас указано, что синусовый ритм. Указана частота удара сердца в минуту. И даже вот можно в PDF режиме для врача. Поэтому вот такая вот полезная функция на Apple Watch 5-го поколения. Можно установить все-таки. Но говорят, вот Apple Watch 6-го поколения они уже имеют такую функцию изначально, она работает на территории Российской Федерации. Не знаю, помогло, не помогло кому видео. Вот, пожалуйста. Поэтому попробуйте. Всем удачи.